В центре внимания законотворцев – вопрос о внеплановом повышении зарплат в бюджетной сфере. Накануне решающего заседания Краевого парламента депутаты регионального отделения «Единой России» вместе с представителями регионального правительства и крайсовпрофа провели рабочую группу, где детально обсудили возможности казны. Шел разговор фактически о каждой десятой процента, которые можно выделить для того, чтобы зарплата бюджетников в этом году выросла. И то решение, которое сегодня они выносят, на самом деле достаточно взвешенное, проанализированное. Предложение партии «Единая Россия» внепланово повысить зарплату бюджетникам Пермского края на 3,4% с 1 апреля текущего года поддержал губернатор Олег Чуркунов. Он поручил Министерству финансов изыскать необходимые средства. Дополнительно потребуется 473 миллиона рублей. Министерство финансов будет готовить поправки в бюджет текущего года и предлагать источникам данных расходов остатки средств на начало текущего года. В бюджете на этот год уже запланированы и 669 миллионов рублей на повышение зарплат врачам и учителям с 1 июня на 6,5%. Такой рост предусмотрен федеральным законодательством. Но в связи с неплановым апрельским повышением рост зарплат в бюджетной сфере в этом году перегонит инфляцию. Будет новая база, потому что будет увеличение с 1 апреля, и второе полугодие будет пересчитано в новой базе. Это позволит к январю 2011 года повысить заработную плату порядка на 10%. Мы нашли понимание и в правительстве Пермского края, и в Министерстве финансов, и в том числе договорились дальше заниматься совершенствованием системы оплаты труда бюджетников. Необходимые поправки в бюджет краевой Минфин подготовит в марте. Зарплаты врачей и учителей вырастут уже в апреле. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.